на канале Kindras Live. Готовим вкуснейшее блюдо, яйца, фаршированные тунцом. Фаршированные яйца – это отличная закуска. Это сгодится и на фуршеты, и на застолье, и на разные мероприятия. Для приготовления нам понадобится минимум ингредиентов. Готовить легко и очень просто. Во-первых, нам нужны будут куриные яйца. Я беру 7 штук. И нам надо будет тунец. Тунец берем в консерве. Он может быть либо измельченный, либо кусочками, либо в масле, либо в собственном соку. В данном случае это не принципиально. Значит, баночка 185 грамм. Из зелени нам понадобится немножко зеленого лука. Буквально 1-2 стебелька. А еще нам необходим будет майонез и укроп для украшения. Майонез берете тот, который нравится вам. Я предпочитаю в данном случае использовать более жирный майонез. Он будет вкуснее. Процесс приготовления начнем с того, что сварим куриные яйца вкрутую. Я их уже предварительно отварил, поэтому сейчас мы их чистим и разрезаем на две половинки. Идет подготовительная работа, а вы не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Мне важна ваша поддержка. Благодарю! Желтки достаем, и при этом нам надо будет один желток отложить в сторонку, он нам понадобится для украшения. Поэтому один желточек отставляем отдельно. Теперь берем вилочку и аккуратненько разминаем полученные желтки. Желтки отставляем. И теперь берем тунец, открываем его, отцеживаем масло или сок. И чистый тунец добавляем к яйцам. В моем случае тунец был уже измельченный. Если в вашем случае будет консерва с цельным куском тунца, то вы его предварительно помните вилочкой. А мы берем зеленый лучок, и нам надо буквально несколько стебельков. И перья зеленого лука, его стебельки меленько нарезаем. Зеленого лука берем самую малость, чуть-чуть, чтобы он просто придал свои нотки вкуса, но в то же время не перебивал вкус тунца. И отправляем его к нашим ингредиентам. Далее берем майонез и на такое количество добавляем где-то 4-5 ложечек майонеза. Смотрите, чтобы масса была такой средней консистенции, средней густоты. Заправка для фаршировки наших яиц готова. Берем чайную ложечку, берем половинки яиц и аккуратненько фаршируем их. Яйца мы зафаршировали, и теперь будем делать красоту. Берем вот этот вот один желток яичный, мнем его вот так вот вилочкой и сверху аккуратненько присыпаем. И теперь дело за укропчиком. Нарежем меленько укропчик и тоже сверху присыпем. Класс, укропчик свежесть даст. Закуска «Фаршированные яйца тунцом» готова. Готовить ее легко и просто, выглядит она очень вкусно и аппетитно. Давайте поскорее пробовать. Я не буду придерживаться условностей. Беру закуску руками, пробую. А?
вкусненько. Не разобрал, надо повторить. Супер! Что можно сказать про вкус? Тунец – рыба классная, поэтому яйца получились очень вкусные. Советую вам приготовить по этому рецепту хотя бы один раз. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим рецептом с друзьями, готовьте сами, а я для вас буду снимать еще больше вкусных и интересных видео.